Антон Ковалев в тюрьме. При продолжении его карьеры под серьезным вопросом. Внимание! Хочу представить вам Антон Вадимович Ковалев. Первый раз вижу человека из новостей, тем более из криминальных. Этот человек только что из тюрьмы ушел. Как можно его к детям допускать? Это че, ты? Футболист, который все просрал. Твою мать! Вы из какой группы? А, В, А, У, М! Каждый будний день с 16 до 19 ты обязан присутствовать в нашем центре. 3 пропуска без уважительной причины сообщаем в полицию. Я думаю, мы пара. И за секс. Забудь, братан, это же Ленка. А как «Газпром» – национальное достояние. Это мальчик. Вот результаты Олимпиады по математике из твоей школы. Можно в Бауманку поступать. Ты неплохо шаришь в математике для девчонки. Ты тоже неплохо шаришь для вонючего парня. Слушай, мы сегодня с друзьями на квиз идем. Есть место. Можешь девушку с собой взять? У меня нет девушки. Это хорошо. Я сказала Кристине, что это твоя девушка. Ну ты, конечно, просто огонь. Слушай, ну это уже какой-то харассмент на работе. Да какой харассмент? Я просто их хотел предложить. Вы хам, неприятный мажор. И татуировка у вас на паху с ошибкой. У меня для тебя сумочка есть, ее надо в одно местечко достать. Смотри, не просри, а то тебя домой в такой же доставят. Машину бери, живо. Извините, это там не ваш кабриолет припаркован?